МЧС России завершили прием вооружения от ЧВК «Вагнер». В Минобороны страны подтвердили получение свыше 2000 единиц военной техники, включая танки Т-90, Т-80, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», зенитные и минометные комплексы, артиллерийские установки и прочее. Также было передано около 2500 тонн боеприпасов и 20 тысяч единиц стрелкового оружия. Между тем, в российском оборонном ведомстве доложили о том, что был уничтожен склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области. А погранслужба Украины опубликовала видео, на котором, как утверждается, российский танк атакован украинским беспилотником во время операции в Херсонской области. Поступает информация о взрывах в Киеве, в Кропивницком, в Борисполе, в Хмельницкой области и Запорожье. Почти на всей территории Украины этой ночью была объявлена воздушная тревога.